2020 год станет годом славы и памяти. 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Его главное событие, к которому готовится вся страна. Сразу после новогодних праздников коллектив Одинцовской гимназии номер 7 решил начать учебный процесс большого патриотического марафона. Программа его мероприятий очень обширна, а началом послужил флешмоб. Учащиеся оформили кабинеты военной атрибутикой, дежурные встречали ребят в пилотках. На большом мониторе шла тематическая презентация, звучала музыка военных лет. В гимназии воцарилась торжественная и даже праздничная атмосфера. Совершенно другое настроение. Вроде только что мы вышли из новогодних праздников, а теперь у нас совершенно другое мероприятие. Ну и, конечно, это долговременный такой проект. Он закончится, может быть, 9 мая. Вернее, последнее заключительное мероприятие будет 9 мая. И традиционно в демонстрации по городу Одинцово у нас участвуют не только один-два класса. Приходят все желающие. И с каждым годом наша делегация на демонстрации становится все больше и больше. Причем многие уже одеты тоже в военную форму. И это все видно со стороны. На открытие приехали почетные гости. Ветераны разошлись по классам вместе с детьми. В одном из кабинетов проходил проект «Наша школа. Военные годы», в котором приняли участие семиклассники, уже третий год изучающие историю, и ученики начальных классов, которым это только предстоит. Мы будем долго чествовать и верить, и не забудем доблестные отваги. Всю боль, которой меры не измерить, не вычеркнешь, которой на бумаге. В старших классах прошел интегрированный урок химии и истории. Он был посвящен тому, как химия участвовала в деле Великой Победы и как достижения этой науки помогли приблизить Великий День. В завершении дня в актовом зале гимназии состоялась конференция по теме «Священная война. Роль священников в деле Великой Победы». Директор гимназии Ольга Писарева уверена, что марафон славы не закончится 9 мая. Патриотическая работа в учебном заведении обязательно будет продолжена. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».